Один лящ серед карасів. Рибоохоронний патруль Кривого Рогу вилучив 9 кілограм риби, на які були документи. Зі слів продавчині, каже, що вони повели себе некомпетентно, оскільки вилучили всю рибу і разом з документами, через те, що в тарі з карасями знаходився один всього лиш навсього лящ. Хто в цій ситуації правий? Чи є відеодоказ, який би розставив всі крапки над «і»? Ми сьогодні будемо говорити в проєкті «Prime Time». Мене звати Владислав Новіков. Вітаю вас. І ще до того, як ми перейдемо до обговорення нашої основної теми, я нагадую, що в Україні продовжується боротьба з коронавірусом. У нас є актуальні дані з Міністерства охорони здоров'я щодо розповсюдження COVID. Зараз вам їх покажемо. Наразі загальна кількість хворих на коронавірус в Україні складає 21 905 випадків. За попередні 24 години госпіталізували 95 осіб. Ще 420 українців цілковито подолали COVID-19. Тим самим кількість тих, хто одужав, вже другий день поспіль значно перевищує кількість тих, хто захворів. Найбільше підтверджених випадків за останню добу зафіксували у Чернівецькій області, Рівненській та в місті Києві. Що стосується Дніпропетровщини, то в нашому регіоні наразі на коронавірусну інфекцію хворіють 905 осіб. Олена Іващенко, власниця рибного магазину «Океан», у нас сьогодні в студії. Вітаю вас. Ця ситуація відбулася з вами. Я знаю, що ще до цього були різні у вас конфліктні, такі скажемо, ситуації з рибінспекцією. Давайте почнемо з самого початку, відновимо хронологію. Розкажіть, будь ласка, з чого починали, які були ваші перші зустрічі, чим вони закінчувались і як ви, скажімо так, перейшли від незаконної такої діяльності до офіційної. І все ж таки, я так розумію, ситуація не дуже помінялась. Ну, я торговала, у мене була стихійна торговля возле тебе в районі Юбілейний. Вначале я пыталась торговать с утра до вечера, ну потом рынок на меня постоянно вызывал полицию, естественно, все это было неприятно, и я приняла решение торговать только вечером, то есть с 5 до 7 вечера, так. Когда уже рынок закрывался, и как бы я уже не мешала торговать рынку, да. И, не были конкурентом. Да, не была конкурентом, ну я понимала, что они платят налоги, что они тоже, они сами меня предупреждали, чтобы я не торговала, так как у меня цена всегда была меньше на рыбу, и люди не шли на рынок и покупали рыбу у меня. Так. Я, конечно, торговала рыбу хорошо. Ну, когда мы торговали с утра, приезжал райисполком, горисполком, на меня постоянно составлялись протоколы, меня вызывали. Ну, я і ви вирішили, я так розумію, все ж таки перейти до більш законної діяльності, щоб не було оцих ситуацій, коли до вас хтось приїжджає. Ну, коли до вас приїжджали, як це відбувалося? Чи було це коректно по відношенню до вас? Взагалі, як відбувалася ця ситуація? Ну, моє мнение, що ніхто не визивав, тому що, я думаю, може бути, це конкуренти якісь. Ринку не було смисла визивати, тому що вони вже були закриті, я торгувала вечором. Ну, есть предпосылки, что вызывали на меня. А может быть, они сами так... Ну, не, я думаю, все-таки не сами. Я думаю, кто-то их направлял на меня, потому что они приезжали. И даже в той ситуации, когда у меня были чеки, была такая ситуация, что у меня в машине было полтонны рыбы. То есть она была куплена на предприятии, был чек, что я ее купила. Сама суть и цель рыбнадзора, чтобы это была рыба куплена не у браконьеров. Так. Да, и когда я показывала чек, что рыба приобретена, что за нее заплачено, да, тем не менее, все равно они эту рыбу изымали у меня. Пусть они не имели права взять ее с машины, но эта рыба была выставлена, то есть ассортимент был рыбы, и рыба, конечно, была и браконьерская, и... На той час у вас не было полностью документов, чтобы торговать? Да, были частично, да, документы. Это было, мабуть, основной подставой, чтобы у вас конфисковывать товар? Ну, естественно, конечно. То есть была рыба и купленная... Значит, нелегально. Ну, забиралась все равно вся рыба. Так. И с документами, и без документов. Ну, так как у меня не было ни частного предпринимательства. То есть я стояла, ну, возле магазина, скажем так. Хоть это было все как бы аккуратно, чисто и так далее. Но, тем не менее, конечно, все это было нелегально.
И каждый день они приезжали. В общем-то, одно время вообще часто у меня забирали рыбу, но я продолжала работать, потому что так, нужно было работать. Який же зміст цієї роботи, якщо до вас завжди приїздили, вас відбирали ваш товар? Ну, что-то продавалось, конечно. Все равно это было рентабельно, скажем так. Так. Було рентабельно. Окей. Okay. Ну, добре, ви вирішили все ж таки оформити документи. Що стало, скажімо так, останньою краплею, щоб оформити їх? Щоб прийняти рішення? Ой, ну, наверное, уже просто мне было, значит, начинались с меня совещания в горисполкоме, в райисполкоме. Ну, конечно, постоянно говорили, чтобы я прекращала эту деятельность. Но я была не одна такая, и я говорила, что я не одна, нас много. В общем-то, послужила открыть, наверное, все-таки легально. Ну, мне помог старший сын финансово, чтобы я открыла первый магазин. У нас была уже клиентура, мы начинали на Солнечном торговать, в домах. Угу. Была уже очень мощная клиентура, люди нас знали, что рыба свежая, и мы открыли первый магазин. Все получилось у нас. Рыбнадзор туда не приезжал ко мне. Це не океан. Океан тоже. Это был первый океан. Теж, але перший. Да, да, да. Так. Нас на Солнечном. Мы торговали уже легально, ну и уже приняли решение уже и другой магазин открыть. Ну, в этом году тоже случилось, что в период нереста я взяла рыбу все-таки. Ну, назовем, я не знаю, они, наверное, очень мелкие браконьеры. Это люди, которые ловят... Все же так и порушил. Ну, естественно, все равно продолжала я нарушать, конечно. Это был куплен рак, он был весь с икрой. Был карась, и представительница приехала горисполкома. Приехал Андрій Андрійович, ще один рибінспектор, ну і все це, звісно. На той час у вас вже був магазин «Океан», і він функціонував, да, але да, да. Цей і тут товар... Уже, і тут уже функціонував, просто там ще не було живої риби, тільки от в цьому магазині. І ви в цьому магазині купили товар, який не відповідав, ну скажімо, у браконьєрів. Скажімо так, да, скажімо, прямо чесно, у браконьєрів. Вони не такі крупні браконьєри, це люди в складних ситуаціях. Вони там, було немного, там кілограм 30 карася. Я так розумію, не менее, я нарушала. Ви з інспекцією вже були досить... знайомі нормально. Конечно, конечно. Вони знали, хто ви, чим займаєтесь. Конечно, конечно. Так, добре. З цієї ситуації вони до вас приїхали, теж конфіскували таку. Конечно, то есть я признала, все это тоже снималось. В очередной раз, конечно, мне было стыдно, потому что Андрій Андрійович говорит: "Ну я сколько могу тебя предупреждать?" То есть даже сейчас в защиту Андрія Андрійовича тут ничего личного, просто он много раз приезжал ко мне, он меня штрафовал, он меня предупреждал, просил, чтобы я не брала. Опять в очередной раз я его подвела, и у меня опять забрали этот рак, забрали эту рыбу. Так, что відбулось далі? Як пішли на путь істини? Ну, наверное, просто уже замучила совесть, действительно. Ну, так, сколько почали дійсно нормально працювати, конечно, у вас були... Да, все, уже, то есть я брала рыбу, и когда вот эта ситуация произошла у нас во втором океане, то есть уже прежде, чем даже взять рыбу, я звонила Андрію Андрійовичу и говорила: вот есть накладная от такого-то человека, рыба отслежена, можно я буду ей торговать? Правильно, это документ легальный? Ви вже легальный. Перевіряли уже наперед. Все, я уже не стала никому верить, вот я так. Позвонила Андрію Андрійовичу, он говорит: рыба отслежена, можешь рыбой торговать, все хорошо. Хорошо. І я закупила цю рибу, ми її виставили. Це мова йде зараз про цю уже... рибу, вже як, де да. Ви потрапили в цю ситуацію. Так, да, так. Да. А до этого, ще коли був останній раз, коли вже мене, значить, забрали рибу возле юбилейной, конкретний чоловік, запорожець, я не знаю ім'я, отчество, він составляв на мене протокол, ми сіли в машину. Я би зараз не розказувала цю ситуацію, якщо б він ко мені не навідався в магазин. Это и осталось между нами. И он, сидя мне в машине, сказал, что Андрій Андрійович направляет на тебя нас. Яка ж то Санта-Барбара вже виходить? Ну, вот так оно есть. Ну, и ваша реакция еще? Ну, никакой, я улыбнулась и все. Я просто не было, ну, как бы я понимала, что Андрію Андрійовичу нету смысла, потому что он перед этим, буквально вчера, например, да, ну, він знає, що ви конечно, торгуєте нормальну рибу. Він перевірив у мене документи і частично риба, яка була без документів. Тобто, я говорю, документи, ну, нормальні були документи на той момент, навіть возле АТБ, коли ми торгували. І на наступний день я по цим документам могла ще працювати по цій рибі, тому що, ну, це було достатньо кількість риби. Ми дуже багато риби продаємо, тому що ми рибу чистимо безплатно. І риба, звісно, продається. Із-за цього на наступний день, коли приїхав на точку запорожець і почав мені говорити, що це Андрій Андрійович направив, ну... Ну, ви зрозуміли, що це щось взагалі смішне. Ну, звісно, тому що він же перевірив у мене документи, так. Все нормально, і я... Він не мог мені дати добро, торгуй,
потому что это была стихийная торговля. Так. Это не как сейчас. Я работаю в магазине, и он сказал, что документы все в порядке, ты можешь торговать по этим документам. И когда приехал запорожец в магазин, меня там не было. Был продавец, он очень некоректно вел. Он даже не посмотрел на эти документы со слов продавца. Давайте зробимо ремарку. Він приїхав оце до цієї ситуації, я вірно розумію? Ну, тобто, ця ситуація, що вони вам сказали, що Андрій начебто... Ні, це вже предісторія. Це ще до цього. Да, да, так, це до добре, цього, вже так десь було в феврале місяця. Угу, окей. Ну, і вот так вот. Вони приїхали в магазин. Не посмотря даже на эти документы. Ну, почему это зацепило меня? Потому что, ну, я же спросила у Андрея Андреевича, хорошие ли это документы, соответствующие документы. Там есть все, проверка рыбы, все. И он мне сказал, что документы в порядке, рыба отслежена, можешь работать. И тем не менее, вот, рыбу забрали. Дело не в этих 9 килограммах карася, это опять будет суд. Это уже будут другие штрафы, так как я уже легально, да, частный предприниматель, продавец у меня оформлено, то есть так. У нас все документы у нас в порядке. Ну и вот, и как-то это будут опять суды, опять это как-то... Добре, вони до вас приїхали, вони знали, куди вони їдуть, так? Ну, я думаю, звісно, я думаю. Зазвичай такі інспекції, як вони проводяться, до вас приходять з камерою, фіксують ваш діалог, чи просто людина прийшла, каже, ось, дайте мені документи перевірити? Ну, фіксується взагалі ця ситуація? Ну, наверное, я була... Раз через раз? Ні, без відеосйомки. Коли Андрій Андрійович приїжджав, то все це фіксувалося на відеосйомку. А тут нет, тут не фиксировали они. Они даже сказали продавцу, что если ты будешь, ой, как-то что, если ты будешь как бы неправду говорить, даже за решетку можешь попасть. Ну, у продавца вообще была паника. То есть она спокойно себе работает, зная, что... Психологично пакет... они трохи... Конечно, они закрыли надавали. Магазин, да. Они сказали, что нужно закрыть магазин на час. А мают такие повноважения? Даже не знаю. Добре. То есть магазин был закрыт, потом вышла другая девочка, спросила, можно ли торговать. Он, правда, сказал, можно на овощах, а на рыбе они там забирали эту рыбу. И вот так вот. А продавчиня одразу до вас зателефонувала? Да. Вы смогли приехать теж одразу? Чи нет, вже... я не приехала, потому что я думала, что это приехал Андрей Андреевич. А, вы думали, что все под контролем? Да, я думаю, что, ну, думаю, я вроде бы сказала, что... Можно ли это рыба торговать? Он вроде бы мне сказал, что документы все в порядке, тут он приехал. Я просто сказала, пусть забирают рыбу и все. То есть да, абсолютно вообще спокойно к этому отнесясь, потому что мне уже стало смешно. Ну, сколько можно ездить и... Добре, ми зараз повернемось до того, як там в тарі з карасями знайшли один лящ. Проте ви ще казали, коли працювали нелегально, що вас таких багато. Вас мається на увазі людей, які працюють нелегально, продають рибу? Ні, рибу, мабуть, взагалі, звісно, люди є. Да, є, звісно, є. Я имела в виду, что на этом пяточку юбилейное, что овощами мы все торговали как бы, ну, стихийщики. Ага. Нас постоянно гоняли, конечно, и Руданы приезжали, каналы, все это снимали нас. То есть это было в том году. Так. Я до того, що от багато ж взагалі таких точок є і по місту. Звісно, звісно. Коли рибінспекція приїжджає, вони до всіх відносяться, ну, справедливо і однаково? Чи когось вони можуть пропустити, когось не пропускають? Ну, не ко всем, конечно, так, как ко мне. Тобто, десь щось? Конечно, конечно. Я это знаю и... Ви знаєте такий факт, що вони навмисно комусь дозволяли працювати, знаючи, що там є порушення? Конечно. Я не буду называть этих людей. Мы, в общем-то, все рыбники, мы все друг друга знаем. Угу. Пусть даже не видя друг друга, ну, нас не так, на самом деле, много по городу. Що мотивувало рибінспекцію таке робити? Скажемо так, напряму, хабарі беруть? Беруть. Я знаю, я не буду називати цих людей, які дають взятки, вони беруть, і вони на них закривають очі. Андрій, заступник командира СПИС громадської організації, який вам допомагав, він, я так розумію, просто приходив з рибінспекцією. Да, часто приходил, проверял меня. И він и вас проверял, и дивився, щоб вся ця процедура проходила теж, ну, адекватно, нормально, тобто контролював. Конечно, конечно, все всегда записывалось на видеосъёмку. То есть никогда Андрей Андреевич не пришёл, и, ну, у меня даже и мысли не было что-то ему вообще, если честно, предлагать.
Наверное, это какое-то просто чувство, я не знаю, слишком, наверное, было все правильно, слишком. Угу. Из-за этого это дело принципа. Мне действительно хочется поддержать этого человека, так как он борется. Я дала ему слово никогда не брать ничего у браконьеров. Ну, уже... Угу. Ну, хочеться, наверное, просто как-то, щоб... Так, ну, я так розумію, коли Андрій не ходить з рибінспекцією, то відбуваються якісь такі дивні речі на кшталт, як у вас. От приблизно... Давайте так, Тарас Карасям у вас була. Як там опинився отой лящ? Не можу сказати. Ну, добре. Таке може бути, що... Просто випав, поряд щось... Конечно, ні, він просто оказався серед карася. А вони взагалі біля один одного знаходяться? Чи... Они в одному ящике. Это одинакова цена рыбы. Это подлящ. Это такой маленький лящ, который... Угу. Так, а дозвіл на цей лящ був у вас? Нет, он... Я его и не видела, этого леща, если честно. Давайте так, ви осознанно, ви знали, що, ви, що він там є, що ви торгуєте? Ні, я його не знала, що він там є. Він мог випадково туди якось, ну, ловили рибу, конечно, там фасували. Конечно, такое бывает. Бывает и окунь попадает. Это ж не то, что попадается там, ну, одна рыба попалась вот так среди 100 кілограмів карася. Такое возможно. Такое, угу. Ну, бывает, разная рыба попадается. То есть это маленький лящик, на который... Я его, если честно, даже не видела, что он там был. Так, а скільки кілограмів карася забрала? 9. А, ну, в грошах це скільки приблизно? Да 180 гривень. А навіщо? Навіщо вони його забрали? На нього ж були документи. Конечно, конечно. Почему все это началось? Что на эту рыбу, это ж было, это осталось 9 карася. А было 100 кілограм карася. І 260 кілограм толстолова. То есть рыбы было много. Это вот то, что осталось у нас. Тобто вони тільки 9 кілограмів конфіскували? Да. А, ну це ж то есть, взагалі... нам, наверное, повезло, что просто у нас была уже продана эта рыба. Ну, так виходить. Так, а я просто не розумію, навіщо от марнувати свої сили? Можливо, те, що вони з вами були вже знайомі, знали, що ви там злісний порушник, і просто, ну, знаєте, як просто прийти, ага, ти в нас вже порушувала, ми ще там щось знайдемо. Чи, ну, який в цьому сенс просто таку малу кількість забирати, возитися з нею, для чого? Честно, не могу даже понять. Мне самой просто, ну, мне смешна эта ситуация. Ну, 9 килограмм, 180 гривень. Ну, и штраф будет там пару тысяч. Ну, ему от этого абсолютно ничего. Ну, сложно сказать, на самом деле, ну так. Ну, я рада, что на тот момент было всего 9 килограмм карася. А если было бы 300 килограмм карася? Ну, он бы, получается, если он забрал 9 килограмм, он мог забрать и всю рыбу. На каком основании? А будете взагалі, давайте так, якісь думки подальші, на подальші дії є, якісь плани? Оскільки ви працюєте вже офіційно, ви можете також звернутися до суду і якось вплинути на цю ситуацію зі свого боку. Будете це робити? Да, ми вже це зробили. Тобто в відповідь ви да, вже... Так, ми подали заявлення в РУВД. А возбуждение в полицию, да. Ви... А возбуждение уголовного дела. Так, ви одразу це зробили. Наскільки да, ми сразу це зробили на следующий же день. Угу. Добре, прийшли ви до поліції, розповіли цю ситуацію, що з вами трапилось. Да. Що почули у відповідь? Що вам сказали? Подали заявлення. Просто подавайте, пишіть. Подавайте заявлення, да. Ніяких коментарів, там, що буде робитися. Ну, взагалі. Да, ну... Ні, ну ми розказали ситуацію і составили заявлення. И сказали, что будут возбуждать уголовное дело, будут вызывать этих людей, чтобы они рассказывали эту ситуацию. И дальше будем ждать, что будет дальше. А мы еще далі подивимося сюжет, там буде сказано про те, що є якісь плівки. Начебто, що можна буде, сама ж ця рибінспекція, якщо я вірно розумію, сказала, що є якісь відеоматеріали, які можна переглянути і подивитись, чи, ну, чи дійсно там все відповідає їхнім словам. Ви щось знаєте про це? Є такі відеоматеріали? Нема. Продавчиня бачила, що прийшли з відеокамерою, фільмують все, чи вона була в паніці? І... Вона в паніці, вона мені постійно названювала. Ну, то есть, ну, естественно, человек первый раз, она только работает, она, в общем-то, на рыбе никогда не работала. То есть, ну, конечно, у нее паника, у нее страх, уже все, ей посадят за эту рыбу. Я говорю, ну, не выдумывай, ну, за 9 ну... килограмм не посадят. Ну, каждый относится по-разному к этой ну, ситуации. Ну, так, особенно, если люди я, не да, я более спокойна, потому что часто... Вы через это прошли уже? Да, через это прошла, просто... Ну, наверное, неприятно и обидно, что, ну, открыты магазины, сделано уже все, как они мне говорили. И, тем не менее... Угу.
В подальшому, от які у вас думки, що це буде, як це буде виглядати, як вирішиться чи не вирішиться ця ситуація, що ви думаєте? Не знаю. Ну, не знаю даже. Ну, время покажет. Просто Андрей Андреевич, ну, он же давно как бы занимается этим. И я думаю, что как-то мой еще очередной такой сюжет. Ага. Вот что происходит, как бы... Ви з ним в тандемі будете далі щось якось робити, якось цю ситуацію вирішувати. Ну, как-то да. А аби запобігти ось таких от курйозних, ну, курйозних дійсно ситуацій, що там 9 кілограмів за одної рибини, яку знайшли, щось будете там відеоспостереження в магазині ставити? Звісно, звісно. Все в планах. Думаєте, як себе також захистити, раз вже почали? Звісно, звісно. Це одразу об этом ми подумали. Добре. Цікава ваша думка. Дякую. Наразі будемо вже нашу розмову завершувати. Проте не проєкт. Ми далі будемо спілкуватись. Прийде зараз Андрій Андрійович, про якого казала Олена. Олена Іващенко, власниця рибного магазину, у нас була. Далі ми подивимося сюжет з приводу цієї теми, про яку ми говорили. І потім вже будемо далі розмовляти. Активісти спису разом з риб-інспекторами накрили точку стихійної торгівлі Лускатої на мікрорайоні Сонячний. Власницею риби виявилась містянка Олена Іващенко. Добрий день. Документи приготуйте, будь ласка. На всю рибу документи є. Ну, показуйте. Чергова точка продажу риби пані Олени. І знову без документів на товар. Ой, я тебе говорю, візьми собі гостик. Не хочу, я пожарю. Какой патруль? Вон иду дома. Позаду десятки адмінпротоколів за продаж незадокументованої риби. Низка штрафів. Усе це не зупиняло пані Олену завершити незаконну діяльність. Аж до травня цього року. Охорона також. Документи, будь ласка, на риби. Документи на рибу. Тоді власниця рибного бізнесу Олена Іващенко почала працювати законно. За її словами, нині на увесь товар у магазині документи є, а всі співробітники торгової точки офіційно працевлаштовані. Але цього виявилось недостатньо для рибоохоронного патруля. Тут підійшло два чоловіка. Я спросила, що вам? Вони мені те саме. Здравствуйте, ми рибнадзор. Показали документи. Покажіть, пред'явіть, будь ласка, документи на рибу. За словами продавчині, документи на рибу вона надала. Проте рибоохоронний патруль на цьому не зупинився. Жінка говорить, чоловіки знайшли у тарі з карасем одного ляща. Його у накладній не було. І, скоріш за все, він потрапив туди випадково. Та інспекція була іншої думки. Любов пригадує, через зловісну рибину ті оформили на неї адмінпротокол, а потім взагалі конфіскували Лускату, причому і ту, що з документами. Покажіть документи, будь ласка. Вот документы, которые я предъявила им на ту рыбу, которую они у нас забрали. Звичайно, з такою несправедливістю власниця магазину пані Олена миритись не стала. Говорить, її діяльність цілком законна, а ось до дій рибоохоронного патруля є питання. Все неоднократно продовжується. Я, прежде чем брать рыбу, вот с инспектором советую, спрашиваю правильность этих документов, можно ли брать у этих людей рыбу. Вступився за жінку активіст громадського формування «Спис». Він був одним з тих, хто накривав незаконний бізнес Олени останні 3 роки. З приводу ситуації має своє припущення. Моє припущення, це чоловік їм платив до того деньги, коли торгував стихійно, і давав показателі. Тобто, потрібен протокол, інспектор позвонив, приїхали, там взяли якихось 2-3 кілограми карасей. Натомість в управлінні рибоохоронного патруля запевнили, мають відеодоказ, що конфіскована риба без документів. Журналісти першого міського вже направили запит на отримання відео, яке розставить усі крапки над «і». Крім того, за правдою підприємець Олена звернулась за допомогою до правоохоронців. За даним фактом зареєстрована дана подія, встановлюються всі обставини, після чого буде прийнято законне рішення. Зазначимо, це не перший дивний інцидент з рибоохоронним патрулем. 17 травня поліція затримала підприємця з тонною незаконною лускатою. Як виявилось пізніше, він протягом декількох років реалізував рибу, яку вилучала рибінспекція у браконьєрів. Хто йому її продавав, з'ясовують правоохоронці. Олена Трунова, Олег Нікітін, Перший міський.
Повертаємось до нашої студії. Наш наступний гість Андрій Кантелович, заступник командира громадського формування «СПИС». Пане Андрію, вітаю вас. Давайте тепер з вами будемо відновлювати хронологію цих подій. Як так трапилося, що як познайомились з Оленою, як так трапилося, що перевіряли її, а зараз допомагаєте їй від тих, з ким перевіряли? Хотел сразу внести небольшое уточнение в рассказ Елены. Мы никого не штрафовали, ничего не изымали. То есть эту информацию мы передавали в те органы, которые компетентны в этих действиях. Ремарка, вы имеете на увазе, вы как рыбинспекция, чи вы как... Нет, как громадское формование. Але вы были разом с рыбинспекцией на цих... И сами, и без инспекции. То есть у нас были рейды, которые выявляли браконьеров и... торгующих рыбой без документов, число которых очень часто попадала Елена. То есть у нее были точки на Спасской, на Горняцком, на Солнечном. У нее изъяли сотни килограмм рыбы. То есть когда у нее была рыба, не было документов, ни одного раза никто ничего не оставил. За те ситуации, о которых говорит Елена в этом году, да, действительно имело место вот этот вот случай в феврале и январе, действительно это была зима. Когда на тот момент я приезжал с инспектором рыбоохраны Всеволодом, был еще один инспектор и громадский инспектор. То есть человек, который не является посадовой особой, но входит в состав рейдовой группы. То есть это может быть полицейский инспектор или какой-то представитель органа власти. Буквально накануне за день мы действительно приехали, посмотрели документы на ту часть рыбной продукции, которые не имели документы, был составлен протокол, и, соответственно, она была изъята. Это еще на початку року про та история, яку Олена рассказывала. То есть мы в составе группы сисполкома выезжали в рейды, они просили помощь, иногда даже в плане физической поддержки, потому что люди бывали очень буйные, агрессивные настроены. И теперь я, в принципе, складываю для себя картинку, почему люди так относились. И большой негатив изливали на нашу организацию. Как это выглядело с Леной? Расскажем зараз ще про вас трохи. СПИС, ви разом з офіційними, скажімо так, представниками влади, ви як активіст, тобто ви дивились на те, щоб всі ці процедури, які проводять ці представники влади, були зроблені коректно. Да. То ви, наша... скажімо так, незалежне обличчя. Да, мы более того, кость в горле для большинства организаций, ну, будем называть вещи своими именами, потому что наше присутствие, оно исключало возможность договориться. Ни с инспектором, ни с полицейским. Когда выезжали мы, вопрос у людей сразу отпадает. Вы это фильмуете завжди? Чи... Нет, к сожалению, не всегда, потому что 18-19 год очень много прошло на устном общении, но когда мы уже столкнулись с серьезным противодействием рыбоохранного патруля, мы начали все это фиксировать на камеру происходящее. Для того, они вам якось протидіяли, ви це маєте на увазі? Да, у нас было три плана совместных мероприятий. То есть этот план совместных мероприятий, он больше нужен инспекции, чем нам. У нас есть громадское формование, устав которого подписал капитан полиции Багніс, замначальника УВД области. То есть в числе наших возможных полномочий есть участие в таких вот мероприятиях, содействие правоохранительным органам. То есть мы можем участвовать в рейдах, охрана общественного порядка, ну и многие другие, скажем, моменты, именно которые связаны с помощью правоохранительным органам. У нас есть достаточно плотное общение с полицией, практически все райотделы мы уже посещали по разным причинам. Да. А как давно функционирует? С декабря 2017 года. Дуже, дуже давно. Да. План совместных мероприятий с рыбоохранным патрулем на сегодняшний момент он прекращен. Потому что инспекция, ну, она написала корректно, спасибо, очень надеемся на дальнейшее продолжение сотрудничества. Ну, скажем так, культурно послали. Так, а ви ж можете, вам же ж підписали, що ви можете в цих подіях приймати. Правильно. Громадське формування, статут нікуди не ділся, то есть он действует. У нас не всі. Це, скажімо, те, що вони культурно вас відіслали. Послали, да, да. Це вже офіційно? Це має якусь силу на вас? Тобто ви вже не зможете з ними ходити? Чи... Так, нет смысла. Чому? Тому що люди, які працюють в рибоохранному патрулі, абсолютно достовірно, вас завіряю, являються корупціонерами або бездельниками. Тобто дві категорії. Чому?
Все это покажем на фактах. В ближайшее время я систематизирую материал и по группам, по направлениям буду его выкладывать на своей страничке и на ресурсе в Ютубе. То есть изначально у нас не было и нет цели какой-то рекламы, какого-то пиара. Мы тихо, спокойно, мирно работали на протяжении этих 3 лет. Мы очень долго и нудно всех просили, предупреждали прислушаться. Того же самого Влада, которого вы показали в сюжете «С тонной рыбы», мы тоже предупреждали за неделю до этого. Угу. Лично к нему приезжал и говорил: «Влад, завязывай». Почему? Могу достоверно и точно, с уверенностью сказать по их коррупционным действиям, потому что я в составе и рейдовых групп, и с участниками нашего громадского формования предоставлял Волкову лично весь пакет информации по сбыту, по браконьерам, то есть группы, места, где они выходят, абсолютно все. То есть было бы у них хоть малейшее желание что-то изменить, это давно было сделано. Но, почему нема зрушень? Почему нет сдвигов? Потому что рыба ему абсолютно безразлична. Они зарабатывают деньги совершенно с других источников. Добре, оця ситуація 17 числа, в сюжеті було сказано, що начебто рибінспекція реалізує ту рибу, яку конфіскує. Да, эту тонну рыбы привез через кого-то инспектор Запорожец Сергей Анатольевич. Что бы там ни рассказывали, как бы это ни преподносили, но при, опять же, минимальном желании это все элементарно доказывается. База, на которую приезжала рыбу, привозила, это «Газель», это была база Влада. Что они там между собой не поделили, у Волкова есть несколько замов. Донченко, Тимченко, Харольский. Ну вот как бы он между Донченко и Тимченко загрузил эту рыбу, ехала она со стороны Маринского. Кто там кому какие карты хотел спутать, не знаю. Почему я уверен на 200%, что это связано с запорожцем? Потому что в момент задержания автомобиля водитель Влад, который принимал эту рыбу 2 года, ну вот посудите сами, не надо не иметь каких-то там специальных юридических знаний или еще экономических. Логика. Просто логика, да. Человек, который не является предпринимателем, он может заниматься реализацией? Нет. То есть он спокойно торговал до этого 2 года браконьерской рыбой. Заключен был договор совершенно с другим человеком. У этого человека нет ни адреса юридического, ни возможности заниматься этим видом деятельности. То есть договор был изначально фейковый. И лицензии на рыбу теж відповідно. Ну, лицензии на нее не надо, но как вид деятельности она должна была быть оформлена. То есть, я имею на увазі, що Олена казала, що чек, що вона не браконьєрів. Да, да, то есть, ну смотрите, чек – это как бы такое условное основание. Да, нет, это не формальность. Есть такой зам у Волкова, Харольский. Вот он проработал много лет в налоговой, и он, как никто другой, должен знать вот эти вот юридические тонкости. При реализации, когда мы говорим за стихийную торговлю, больше вопросов возникает у полиции и у исполкома, от чего Елена больше и страдала. То есть это там благоустрие, люди не оформленные, ну и прочие моменты именно исполком и полиция. Сейчас у нее люди трудоустроены, у них есть санитарные книжки, и рыба, которую привезли, она действительно мне вечером звонила, скинула документы, говорю: «Лена, скинь, что у тебя есть», потому что я не являюсь контролирующим органом. Но, учитывая, вы как радник, который разбирается, да, в этом. Да, опыт работы, мы никому ничего не навязываем, никогда. Когда звонят сейчас и спрашивают: «Дайте рыбу», я просто улыбаюсь и говорю: «Ребята, вот есть список поставщиков, вы его знаете. Выберите сами вот этот и вот этот, который сейчас имеет юридическую возможность торговать». То есть это какие-то арендные ставки с полным пакетом документов. Ось цю тонну рыбы, ее ж треба якось продать. Смотрите, этим вопросом занимается полиция. Она была изъята законным порядком. То есть при документировании этого происшествия там не идет речь о браконьерской рыбе или еще какой-то. Это идет реализация без права ведения хозяйственной деятельности. То есть, когда остановили машину, у него, в сюжете вы видели, был лящ, судак, щука, короб. Он просто реализует то, что он не имеет права реализовать. Да. Вот эта грязь, которая лилась на протяжении последних 2 лет в наш адрес, мы уже выяснили все конкретные моменты, где, кто и у кого забирал. Как выглядит схема? Мы приезжаем. Есть предприниматель. Ну, приведу Сабир на Югоке. Человек пошел в рукопашную. Мы вызывали полицию. Он кричит: «Вы у меня забрали 350 килограмм рыбы».
Я начинаю вспоминать отманную ситуацию. Мы рыбу не забирали. Мы вызывали на него, когда он привез рыбу продавать в другую точку. Он забирал инспектор Запорожец. То есть вот этот Влад, это способ реализации рыбы, отнятой у браконьеров или каким-то другим способом приобретенной. Добре. Куди риба в такому випадку, якщо її конфіскують, як її, ну, куди її дівають? Та же самая инспекция в лице на тот момент Донченко занимался этим участком. Они попросили найти человека, который имеет юридическую и физическую возможность заниматься хранением рыбы. То есть это предприниматель, который имеет свою территорию, свои ангары, склады, там холодильное или морозильное оборудование. То есть охлажденная рыба или замороженная. Так. Такого предпринимателя мы нашли. Чтобы он горел желанием работать, я вам скажу, нет. То есть человека пришлось попросить, убедить. Ему реально сдавалось несколько сот килограмм рыбы в месяц. Смысл появления этого Влада – одна простая причина. Человек был неугоден тем, что он не выполнял их все требования и желания. Объясню, как это выглядит. Почему так? Инспектор изымает вот эти 350 килограмм рыбы у Сабира. Так. Он привозит его предпринимателю на хранение, он должен физически ее сдать на склад и получить документы. Угу. То есть такая процедура. Он позвонил, склад работает круглосуточно. Объемы, ну, фуру можно загнать, потому что человек занимается переработкой рыбы на вполне законных основаниях. То есть у него все легально, все понятно. Реализуется таким чином, что перероблюется? Его задача хранения. То есть ему привезли продукцию, это рыба, раки, там, в общем, сберегание для чего? Сберегание для того, чтобы по решению суда либо вернуть, либо реализовать. Когда реализуется эта продукция, деньги перечисляются в фонд государства. То есть это уже легально будет процесс. Да, то есть полностью и целиком выглядит так. У нас были ситуации годом раньше на Южном водохранилище при нас. Мы выняли из сетей порядка тонны рыбы. Вот я сейчас проверил, сколько было сдано. Было сдано всего у нас 100 килограмм. То есть вот такая мини-схема легальной продажи рыбы. То есть привезли Владу, его изначально взяли на крючок. Потому что в любой момент, когда он был неугоден, его просто-напросто, то, чем оно и закончилось. Сколько грошей зарабатывают эти люди? Миллионы. Я это говорю абсолютно достоверно, с уверенностью, потому что тот объем рыбы, он мизерный. 500 килограмм, тонна рыбы в день. После того, как изъяли эту рыбу у Лены, я позвонил в инспекцию и попросил: ребята, верните эти 9 килограмм, извинитесь перед человеком, и мы забыли. Все. Вопрос бы на этом закрылся. Почему для меня смешон этот вес? Потому что эти два инспектора в месяц, они не всегда сдавали 9 килограмм. Они насколько жадные, что мы на рынке приходим в составе рейдовой группы, у нас было человек 8-10, инспектор Тимченко стоит этому инспектору Запорожца задача, стоит 4 ящика карася. Вот оформлять человека. Документы есть, документов нет. Мы пошли дальше. Вторая точка, третья, четвертая, приходит инспектор, килограмм карасей. А где 4 ящика? Продали. Так ты что, говорит, в очередь стал? Не, ну, как-то это, что-то, ну, в общем, какие-то такие смешные даже... Ведмаска. Ну, я даже не буду называть это слово, ну, отговорки. Это куча таких вот примеров за період совместної діяльності. Добре, ось дуже давно ви працюєте, вже, я так розумію, знаєте все, навіть більше. Якісь реальні зрушення в цій справі є? Ну, тобто ви звертались до поліції, щось конкретне? Тільки з допомогою поліції зараз йде все движення. Який це рух? Позитивный, положительный, поступательный. С этого года мы вообще ни разу нигде не вызывали рыбоохранный патруль. То есть у нас есть оперативная информация. Мой телефон, как и был параллельная горячая линия, так он и остался. Рыбаки абсолютно уже разуверились в действиях рыбоохранного патруля, поэтому сбрасывают информацию мне напрямую. Есть место, есть люди, есть номера машин. То есть есть куча оперативной информации, инспекция нам вообще не интересует. То есть изначально было неинтересно и не нужно. Поэтому при наличии хотя бы минимального желания, пока нет контроля над сбытом, браконьеры сейчас воют, плачут. Потому что после остановки Влада вся торговля притихла. Инспекция дает рейд, и мы отслеживаем просто все интересные. То есть люди, кто вчера взял у браконьеров там 200 килограмм, 300, они просто позакрывались. Потому что понимают, если мы будем в рейде, документы никто не проверяет. На следующий день после Елены я проехал по трем рынкам. Документов
просто-напросто нет. Ну, знаєте, це великі дуже гроші, і ви, як саме сказали, як кістка в горлі. Да. Не було якихось там ситуацій з на кшталт погроз? Чому були? Були, є, і я так підозрюваю, будуть. А хто, що, як? Волков пытается шантажировать какими-то там записями нашего общения. Это смешно с какой точки зрения, потому что, ну, я не люблю это слово «активист», то есть мы люди с активной гражданской позицией. Имея на это полное моральное право, похоронив такое количество друзей, которые отдали свои жизни, во имя чего они остались там. Поэтому мы имеем цель, мы понимаем, как к ней прийти, и мы к ней будем идти. Деньги в этом случае нам не интересны вообще. Поэтому все, что там не рассказывали, да, пусть это личные моменты, какая-то мотивация, но у нас объединение людей по интересам и по взглядам. Очень много желающих сейчас присоединиться к нам в плане проведения каких-то мероприятий. Мы практически никого не берем. Тихо пришел, тихо ушел. Тільки з своїх перевірених людей. Як диверсійний рейд на вражеській території. Тільки на Востокі проще було. Там, зрозуміло, де свої, де чужі. Тут везде враги, к сожалению. Це так і є. А кажуть, кадровий дефіцит у нас на чесних людей ось? Ні, у нас нет кадрового дефіциту на чесних людей. Той же самий Волков. Два роки вже просив дати трьох людей в інспекцію. У нас було одне єдине условие, щоб чоловік працював по своїм должностним обов'язкам. Взяли одного, и с уверенностью могу сказать, если вы сделаете запрос на инспекцию, один человек, он делает показатели больше, чем весь охранный патруль, рыбоохранный патруль области. Угу. Это есть факт, не надо ничего придумывать. Сделайте запрос, и вы увидите эту информацию. Діяльність цього влади, вона вже призупинена за допомогою поліції? Да, да. Тобто ми обратились в поліцію, перед этим ми йому передавали привіт через браконьєрів. Тобто він приймав рибу у людей, які воровали у берези, тобто макрота возили. З южного водохранилища немного. Була часть риби, але небольшая. І з Карачунов там ціла група, бригад, які працюють на одного чоловіка. Угу. И весь этот незаконный оборот рыбы, ну, большая часть. То есть есть еще одна проблематика, это сдача рыбы на переработку. К сожалению, в правовом поле сделать сейчас практически что-то невозможно. Оно перерабатывается в домашних условиях и сбывается потом уже в виде переработанной копченой, вяленой, соленой на базах, которые тоже всем известны. Як ви самі оцінюєте потенціал вашої роботи з точки зору результатів? Ви гадаєте, що ви зможете все це зафіксувати, і щоб ця діяльність більше не була? Ми фіксуємо все, що відбувається. От з Леною я согласен. Після того, як у нас були определені моменти непонимання, тому що інспекція рассчитывала як? Ми поработаємо, є, к сожалению, много громадських організацій, об'єднаний, не буду їх називати, які бачать в цьому тільки заробіток. У нас совершенно другие цели. Карачуни, почему нам интересны, я не отрицаю даже этого, это питьевая артерия города. Угу. Отсутствие зарыбления приводит к тому, что водоросли забивают фильтра. Нерестовые гнезда, которые должны обустраивать по режиму, уже несколько лет не ставят. То есть государственные программы промыва рек, они могут наносить ущерб рыбному хозяйству в том плане, ну, все понимают, икра на берегу, вода упала, так, она высохла. И если бы они устанавливали эти нерестовые гнезда, как делают в других областях, вот эти вот моменты колебания, они бы, естественно, тоже сказывались, но они бы не были такими критичными. Потому что рыбы в водоеме практически не осталось. Угу. А материалы, которые вы подготовили, и кажете, что систематизуете их и будете завантаживать на Facebook? Да, то есть мы отдаем на... А далі ви кудись в поліцію з ними підете? Звісно. Ми обращались з заявленнями, але, к сожалению, є прокурор, не буду називати його фамілію поки. Ми з ним зустрічались лично, він сказав, що цей водойом його більше не інтересує, але Волков дуже боїться прокурора, тому що він довгий час був прокурором нашого міста, зараз возглавляє одну із прокуратур міста Дніпропетровська. Тому робити щось тут, на Карачунах, Волков точно не намерен. На макартах он этот водоем, тут не побоюсь этого слова, отжал, угу, под березу.
уже предприниматель, который работал там, он был лишен режима по трем придуманным протоколам. И вот тоже закон вроде один для всех, да? Так. По Маккартам человека тягает в суд уже несколько лет за ящики, которые он не установил возле рыбоприемного пункта для сбора мусора. А Белецкая устраивает похороны тон рыбы, которую она испортила прямо на берегу. Горы сеток и отходов промпроизводства, никакой реакции нет. Угу. То есть как-то надо либо все, либо никто. На який найкращий результат ви сподіваєтесь? Який результат вас би влаштовував? І ну, які методи для цього, що потрібно, щоб відбулось? Тобто це зняття з керівних посад, це відправлення за грати? Що... Вот этот вариант лучше. То есть мы надеемся, что все-таки правоохранительная система начнет работать в полную мощь и не будет обращать внимания на вот эти вот палки в колеса, которые вставляют с боков. Если в прошлом году, находясь в этой же студии, я инспектору Запорожца предлагал написать заявление, уйти как офицер, это не офицер, это половая тряпка, наркоман и алкаш, называя вещи своими именами. Сейчас ему самый лучший выход – это застрелиться. Что он сколько всего наговорил, не про нас. Он не понимает, с кем он общается и о чем он общается. Он говорил за службу безпеки, он разговаривал за судей, он разговаривал за прокуроров. То есть куча такой информации, которая очень интересна правоохранительным органам. Ну, например, каким образом и какие суммы начальник управления Волка Василий Иванович возит в Днепр, вернее не в Днепр, с Днепра в Киев и передает эти чемоданы в руки. Такие доказы у вас, записи есть? Цих розмов? У меня нет. Есть у людей, которые получают за это зарплату на службе. То есть они есть, они существуют, и их можно отслушать, да, это может быть использовано в суде. Да, он, не знаю каким образом, не так давно мы встречались в ресторане «Околица», наверняка вы слышали эти скандальные ситуации по записям, когда записывали нардепов, и у нас там было тоже несколько встреч, инициатором был всегда Запорожец. І він розказував багато цікавих речей, скоро вони стануть достоянням власності. Угу. Дуже цікаво. Що ж, наш час, наша розмова вже вичерпана. От бачите, як прийшли з темою 9 кілограм, а улов по нашій розмові набагато більше з тої інформації, як ви кажете. Ну, це дуже сумно, насправді. І я вам тільки бажаю, дуже добре, що ви прийшли і що ви маєте сили розповісти це дійсно в ефірі. Страху вже не давно. Мы осознанно этим занимаемся и очень надеемся, что все-таки правоохранительные органы обратят внимание на эти миллионы убытки, которые несет государство. Ну, вам велика повага и наснаги, и я дуже сподіваюсь, що результати дійсно будуть. Они обязательно будут. Андрій Кантелович, заступник командира громадського формування «Спис», сьогодні у нас був в гостях. Ось така дуже серйозна розмова у нас сьогодні видалась в проєкті «Prime Time». Наразі ми його вже завершуємо. Для вас в студії працював Владислав Новіков. Побачимось о 21:00 під час новин. Долучайтеся.